Так, идем с тобой мы приручать патрульного сержанта. Скрафтили глушители. Вот такие импульсные глушители. И еще понадобится автомобиль. Посели. Я тебе сейчас покажу. Ну, если получится, одну хитрость. Так, где у нас тут ближайший? Вот этот ближайший пост. Ты только... ну, я тебе сейчас скажу, что делать. Ты пока в этого сержанта не стреляй, чтобы он на тебя не заагрился. Хорошо. Он должен заагриться даже не на меня. А на кого? На автомобиль. Угу. Да. Он заагривается на автомобиль. Потом я спокойно из автомобиля вылажу. Он стреляет по автомобилю. А я кидаю в него глушители. Так и его надо сначала подранить, чтобы у него эти... Надо на эти, как они, вот... Ты подраню, это не проблема. Как они? Ганшеллер. Как? Ну... Наручники. Наручники, да. Так, знаешь что? Чтобы на нем эти наручники были. Вот это вот скала, видишь, вот эта скала. Ну. Вот стой тут под скалой. И на себя его не переагри. То есть он должен быть на автомобиле на моем. Хорошо. Потому что если он будет по тебе стрелять, то ты не сможешь в него кидать. Он тебя будет лупить. Сейчас я его приведу сюда. Если он тут есть. Иногда игроки их агрят. Сами убегают, а эти патрульные сержанты летят за ними и где-то в лесах теряются. Да, вон он стоит. Так, сейчас я ставлю автомобиль. Ты что, за мной прибежал? Ну, мне же интересно тоже смотреть. А сейчас... там, смотри, золотой луч. Ну... Может, я пойду заберу? Нет, мы уже взялись за сержанта, берем за себя. Когда он будет приручаться, потом сходим, залутаем. Хорошо. Так, ты помнишь, где это? Беги. Ну, сейчас я вот его сагрю, сажусь в автомобиль и бегу вот к той скале. Хорошо. Потому что тут высоко, мы его будем со скалы. А он самый лучший вот здесь в углу приручается. Иди, я тебе покажу, где я приручила. Ну давай сперва я видео сделаю, я же видео снимаю. А, ну хорошо, хорошо. Не сагри его на себя, я должен его сагрить. Да сагрить. Я не агрю. Он должен стрелять по моему автомобилю. Беги к скале. Сейчас я его приведу. Куда поехал? Ну, чтобы он за мной летел, он там багается и не летит. Летит? Ну, вот. Здесь очень удобно на этой скале, на скалу запрыгиваешь, и тогда не надо так высоко кидать. Он в деревьях. Да, летит.
Так, и вот сейчас вот надо, чтобы он над скалой только был, чтобы кидать было проще. Ты его только не переагри на себя. Да я не вообще не имею это. Я здесь шепотом стою. Что-то он сюда. А дальше что ли? Должен над скалой залететь. А он где? Летит? Да. Летит? Так вапит его, да, летит. Все, вот теперь вот так вот я встаю. Он стреляет по автомобилю. Да. Вон, видишь? Все, можно на камень залазить и кидать в него глушилки. Вон. Где он? Ты, Ганши, наручники горят? Сейчас загорят. Все, можно кидать. Ну, кидай. Я-то не могу. Почему? А у меня, потому что не горит, он не на меня загорит. Ага. Ой, все, он свалился. Сюда на, я тебе даю кормить его. А ты что, сама не можешь в него заглянуть? Я не могу, нет, потому что ты... На. Блин, надо было тебе тогда. И вот мясо еще возьми. Хаус. 2800, 3000 было. Ну, правда. Вот эти, они 3000 дают. И вот когда это хаус уходит, я как вот, когда 500 уже было, я тогда снова этот хаус кидала. А ты сейчас в него можешь заглянуть? Нет, не могу. А, подожди, заглянуть? Да, могу. Ну вот, потому что если я вдруг не дождусь, полтора часа, ты будешь его сама подкладывать. А что у него послушание? Ноль? Так долго? Не знаю. Я ему бургер положил. Ну да, бургер, вот он кушает. У него, видишь, сначала стоит острый бургер. Самый лучший его. Может, надо нажать использовать на нем? Нет, нет, он и сам начнет кушать. Ну, как было 69, так и есть. Я взял простой глушитель. 450. Сколько он прибавит? Ой, а он до максимума прибавил. Ну, 1400. Это простой глушитель я использовал. Да. А когда другой глушитель, он дает 3000 сразу. А если я сейчас еще раз кину, прибавится? Нет, ну прибавится, но глушитель просто впустую потратишь. Нет, ну вот сейчас 1500, а если я еще кину, 3000 станет? Нет, так и станет 1400. Понятно. Значит, этот 1500 хаоса дает, а импульсный сколько? 3000.
Понятно. Ну, в следующий раз тогда буду кидать импульсный. Ну, не знаю, может, на бургерах-то побыстрее приручится. Так, ну, ясно дело, уже 21%. А мы даже 5 минут с тобой не стоим. Надо время засечь. Сколько мы тут уже с тобой? Ну, минут 5-6. 5 минут. Ну, это быстро, потому что бургеры, а мясо... Потому что бургеры на мясе, он прибавляет по 1-2%. А если сам начинаешь кормить, то вообще не прибавляет ни грамма. Это у меня уже пройденный этап. На бургер, надо яйцо, муку, перец и приправу. Да. Ну, тогда лучше бургеры подкопить, чем мясом мучиться. 380, он еще не кушает. На как, на каких? 322 он начнет кушать. Я засекла. Так, ну сейчас посмотрим, сколько он прибавит. От 7-9%. А когда сам кормишь, только 1%. Это уже я проверила. Ну как, насильно, когда типа кормишь. У тебя импульсные же есть? Есть, да. Ну, давай, ты с ним, а я пойду. 29 стало, видишь? Ага. Уже 29. 7%? Да. Ну, я говорю, от 7-9. Может быть, 7, 8, 9%. 9 это самый лучший. Больше 9 нет, не прибавляет. Ну ладно, ждем тогда. Прошло примерно полчаса. Даже я скажу чуть-чуть побольше. Минут 33. 33 минуты где-то прошло. Вот так вот. И примерно вот за это время он приручился бургерами. Последний раз сейчас должен покушать. Кто станет хозяином, я или ты? Ты же его приручаешь, не я. Ну, ты тоже глушилки кидала. Ну и что? Я не смогу ничего с ним взаимодействовать. Это только ты. Был 27-й, станет 1. Ну что он не кушает? Час? Это что? Ну уже 360. О, встал. Ты его приручил. Владелец Ромы. Да. У него 3000 с чем-то здоровья там. Ну, там. Слушай, а почему он не стал первого уровня? Он так и остался 27-м. Серьезно? Да. Не знаю. Или что-то это неправильно. Ну, ты считай, что тебе повезло. Или я его сейчас заберу в инвентарь. А, так я его еще не приручил. Смотри, над ним какой-то счетчик пошел. 29 минут. Так ты внизу, там внизу нужно его теперь починить. Да, тут. Еще надо нажать кнопку. Во. Ну вот, а теперь он первый уровень. И здоровье 920. Да. Бургеры забираю? Да, бургеры забирай. И его тоже забирай в этот, ну, в инвентарь. Ну, давай на ком-нибудь проверим. Ну, на хрюшке. Ну, давай на хрюшке вот где-нибудь. Ну, ты ему мясо тогда положи в сумку. Сейчас, так, дальность следования близко, радиус
Преследование близко. Радиус тревоги далеко. Атаковать дальнюю. Боевая тактика. Стоять на страже. Активная атака. Я ему мясо положил. Так, он должен теперь взлететь. Да, он теперь за тобой должен. А ты его зачем стоять на страже поставил? Он не полетит, тебе надо следовать сделать. Так я сделал. Ты бы он следовал. Тактика передвижения следовать. Еще раз нажму. Ну давай, Вася, взлетай. Жаль, что их нельзя переименовать. Я бы его назвал как-нибудь. Вася, да, или Федя. Да. Ну и на ком попробовать? Где Хрюша? Ну, Крюшки, ну, на лисичке. Где лисичка, Хрюшка? Ну, давай кого-нибудь. Ой, как он высоко летает. Где он? Да, высоко. Ну, давайте кто-нибудь на меня нападите. Так, ну машину забираю, говорю, в сумку. А, машину же еще. А я если на машине поеду, он полетит? Полетит, конечно. Че, бежим к дому? Не, пойдем, пойдем вот эту за залутаем эту пост этот. А сержантом что делать? А ты его в сумку возьми. Хрюшу найди мне. Ну я вот бегаю, ищу. Хоть лисичку, хоть кого. Нету. Вот это может быть. А ракетчик там по нему будет стрелять, да, по воздуху? Ну конечно, конечно, они его убьют, скажем. Он первый уровень маленький. Ну, блин, никого нету. Да, что-то никого. А где он? А он над тобой летит. Ты его видишь? Да, он вверху. Так, ну ладно, стой тут, сейчас я проеду. Куда звери-то все подевались? Плохо, что он, когда летает, самостоятельно не атакует цели. Да, вот это плохо. Вот он должен атаковать, если я ему сделаю где... А, вон там Хрюшка. Я ему сделаю вот так, и вот сюда на... А вот она, Хрюшка, идет прямо на нас. Ты ее только не стреляй, а кулачком ее ударь. Вот он сейчас сам должен ее атаковать, смотри. Ну-ка. Не знаю, не будет он атаковать. Должен. Ну, значит, что-то не работает. Вот те, кто ходят, у них работает. Вот я его вот так ставлю. Хрюшку сам ударю. Сейчас. А, ты говорила, можно даже не, к нему не подходить, нажимаешь. О, видишь? А что он в нее попасть не? Зачем ты подстрелила? А потому что он первого уровня, Хрюшка бы его сразу убил. Так, вон еще одна стоит. Ну подожди, пусть он убьет. Так ты воздух его подними тогда, иначе он первый уровень, Хрюшка подлетит, подбежит, и она его убьет. Что ж за воин, если даже кабан может убить? Так он первый уровень, Герман, кабан, какой уровень, посмотри. Кабан... Сколько у него жизни у кабана? 703. Вот. Ну тогда мне придется самому Хрюшку трогать. Вот подойди, кабану удар, и он будет ее атаковать. Получи по жопе. Вот тебе по жопе. А где он? Наверху он летает. Или она должна меня именно стукнуть? Она стукнуть тебе должна. Урон, пока ты не получишь этот стрелок. Ой, какой он маленький урон наносит. Он первый уровень.
уровень, что ты хочешь? Ну, надо тогда еще на видео показать, как их качать. Ну, качать это в печке надо. Идем домой к печке. Самое лучшее это в печке качать, где руду, ну, как это, ну, перерабатывать. Так, приземляйся. Я бы его назвал как-нибудь, называть нельзя. Ну, его Вася. Ну вот, а как назвать его? Нету такой функции у него тут. Я не знаю, нету, наверное. Патрульный сержант. Кнопочку вот тут раз бы. А Вася... как бы ты его назвал? Вася Стрелок. Я так и знала, у тебя вечно что-нибудь это. А он уже второй уровень. Ну, потому что он хрюшку убил. Так, ставим его качать. Куда? В какую? Тут у нас... Ну, в печку какую-нибудь надо ставить. Во, пехоту уберу. Убираем. Так, здесь что-нибудь крафтить. Второй уровень. Опыт 35-80. Множитель урона. Инвентарь. За один титановый слиток сколько он получит? Перезаглянуть. А что не прибавилось? 35-80, как было, так и есть. А, активировать я не нажал. Да. Сорок 3.17. Жаль, что тут еще не показано, сколько надо вот до третьего уровня. Когда он станет третьим уровнем? Пятьдесят 4.22. В общем, вот так в печке он качается. А тот у нас уже какой уровень патрульный? 40-40. Ну-ка, где он? Сколько у него здоровья? А где он? Где-то тоже в какой-то печке. Печке, да, в какой печке? Здесь ракетчик. Здесь гренадер. Вот тут. Кушать на. Ты из него что, повара что ли сделала? Да, повара сделала. Ой, у него здоровье уже 4200. Да. Опыт 2000. Множитель урона 7.05. Ой, вот это хороший сержант. Так, ну он уже какой уровень? 40? Да. Он уже много урона нас. Ой, у меня что-то игра... Кто-то прыгает, скачет. Так, ну ладно. В следующий раз пойдем за ракетчиком.